Петропавловские полицейские зарабатывали на покойниках в разгар пандемии. Они продавали информацию об умерших ритуальным конторам. Теперь трое стражей порядка могут лишиться погон и даже попасть за решетку. Минувшим летом, когда был пик смертности от коронавируса, дежурные центры оперативного учета департамента полиции решили наладить бизнес. Они предоставляли сведения об усопших похоронным фирмам. Следствие установило три таких факта. Предприимчивым оборотням в погонах удалось заработать порядка 300 тысяч тенге. А в антикоррупционной службе рассказали, во сколько полицейские оценивали личные данные покойников. Они в настоящее время подозреваются в предоставлении ритуальным агентствам сведений об умерших лицах на территории города Петропавловска за денежное вознаграждение. Здесь идет из расчета 4000 тенге за предоставление анкетных данных умершего. Остальные обстоятельства досудебного расследования в интересах следствия не разглашаются.